лента, как мы знаем, дал Валерий Карпов. И сейчас вот этот вот самый Ит Твенте может забить еще один гол и забивает. И забивает еще один гол, 2-6. Не хочет проигрывать даже отдельно взятый тайм Стив Макларен, ПСВ. И 6-2 становится счет. Интересно, а команда Твента знает, что они так думает главный тренер Спартака Московского? Это, кстати, Вильям Янсен, второй мастер.